данный момент могу. Меня зовут Константин. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тимур. Тимур, вы рассматриваете возможность дополнительного заработка? Да, если это актуально. Вот, давайте встретимся за чашкой чая и это обсудим. Вы знаете, я не готов к таким встречам, не зная, о чем пойдет речь. Вот, мы запустили новый бизнес-проект, построенный на очень востребованной услуге, на которой можно очень хорошо заработать. Какая моя роль в этом? Давайте при встрече все это и обсудим. Хорошо, давайте.